Жители поселка Смородинка заметили рядом с домами косулю. Лесная жительница забежала во двор и не хотела уходить. Животное издавало жалобные звуки, как оказалось, не просто так. У косули была сильно ранена задняя нога, и она не могла убежать. Пришлось ее изловить, затем животное отвезли к местному ветеринару. Там косули обработали рану и поместили в специальный загон. Теперь за ней будут наблюдать и ухаживать специалисты. А как поправиться, сразу отпустят в лес. Хороших вам новостей!